Кузов. Ты опять. Здорово, в касание мы играем. Данилин. Данилин, можно решать эпизод. Ближний угол, 2-0. 2-0 московская. Очередной запрос. Против двоих он сразу передача! Будет все завершение, будет Агапов в борьбу вступает против своего оппонента Данила Агуреева. Ну и опасный момент. Удар поворотом, и мяч оказывается в сетке. Это у нас отличился номер 88. В середину, сухой! Данис, хорош! Данили! Вот это проброс! Данили! Браво! Сейчас. Мне показалось, Владимир Рыков бежал до этого мяча и сделал передачу. А вот здесь Матвей Сафонов играет на выходе из своей штрафной площади. Очки. Передача. Эх, вновь небольшой провал нашей обороны. Мухин, но нет. Здесь Данилин. Поплотнее, не проиграть позицию. Плечо в плечо играют. Подкат, но, к сожалению, не перехвачен мяч. На партнера. Ну и чем? Не смутил все равно. На соперника здесь может контратака получиться у футболистов Брянска. 1-1. Динамо этот матч выиграла. Осталось понять, с каким счетом. Данилин врывается в штрафную площадь, ушел от двух. Финт Зидана применил. Чей аут это был? Тоже такой психологический прием. Классно открывается сейчас Данилин. Не стал сразу бить. Уберет под левую или вправую, пойдет. Даун! Это гол! Красавец! Дай пас следует. Подача, штрафная площадь, удар поворотом и рядом. Ultimate Sports. Grow with us.